Друзья, всем привет! Я к вам с нехорошими новостями. Речь идет о переносе нашего файта с Армесом туда подальше в связи с состоянием моего здоровья. Все-таки чудо не произошло. Ну, как бы еще месяц назад врачи мне порекомендовали попытаться отменить или перенести данный армфайт. После месяца подготовки опять же начал беспокоить тазобедренный сустав, воспалительные процессы не дают покоя, и уже со стопроцентной вероятностью будем менять его. Думал, иголками и лекарствами, и массажами вылезу, но, к сожалению, ничего там так не получится просто. Ну и в результате обследования было много плохих анализов, что, собственно, я сейчас устраняю. Ну, в целом, организаторам довели до сведений, что подготовка не очень хорошая. И если есть возможность перенести, то будем очень благодарны. Ну, организаторы пошли навстречу. Все вроде там у них получается. Ну, я максимально быстро попытаюсь все организовать, то, что задумал. Ну, вот так вот, к сожалению. Всем добра. Надеюсь, отнесетесь с пониманием. Ну, и до скорых встреч.